Это стандартные контейнеры, традиционные для аккумуляторных батарей. Ставится на салазке. Внутрь вертолета фиксируется щелками. Прикроем. Задача хотя бы сейчас по холодную прокрутку двигателя сделать. Разобрать. Открыть вот этот кожух. Посмотреть, что там с редуктором вообще происходит. Попробовать скрыть лючки на хвостовой балке. Потому что есть мнение, что вертолет перед тем, как его установили сюда, сделали так, чтобы он не смог взлететь, частично демонтировав некоторые узлы и агрегаты. Но тот факт, что на нем рабочая электрика и двигатели не сняты, дает нам надежду на то, что эта машина все-таки сможет взлететь при, так скажем, должном подходе. Работаем мы на чистом энтузиазме, в свободное от основной службы время. Вот. Как-то так. Очень надеемся, что неравнодушные специалисты, может быть, из России, может быть, еще откуда-нибудь, кто разбирается в таких вертолетах, помогут своими советами по его восстановлению. Так. Рубильнички включились. Аккумулятор показывает 12 вольт на вольтметре. Дальше врубаем щетки. Так, проверка сигнальных ламп. Да, табло у нас автоматика включена, все засветилось. Включаем. Так, что мы... Выключаем проверку эту. Дальше что у нас? Дальше у нас обогрев у нас выключен двигатели. Автоматическое переключение. Так, у нас положение прокрут. Дальше преобразователь включаем. Ставим положение левый двигатель. Нажимаем кнопку запуска. Вырубает. Печалька. Что у нас? Не хватает напруги, скорее всего. Значит, сейчас попробуем на одну из банок захренячить вместо 12 вольт 24. Как оно положено по инструкции. Уже одну попытку делали. В принципе, он ожил, сам вертолет. Ну, что-то там не заладилось. В прошлый раз один из кожухов я уже здесь вскрывал, поэтому он открытый. В принципе, можешь подняться, посмотреть, что находится внутри. Что мы видим внутри? Видим мы следующее, что в отсеке главного редуктора вал, который идет на хвостовую балку, на хвостовой винт, фрагмент вала отсоединен. Этот вал мы достали из другого экспоната, он там тоже был демонтирован, а здесь он отсутствовал напрочь. Его сюда надо ставить будет. Далее, ну это мы сюда положили уже, это шнуры подрыва лопастей. Как видим, здесь часть кабелей порезана. Тросики управления тоже демонтированы. Демонтированы еще некоторые тяги. Вот. Что здесь должно находиться в этих тягах? Честно говоря, не совсем понимаю. То есть какой-то узел отсоединен. Винт у нас расторможен. Все, можно покрутить. Мы его с ручника сняли. Вот у нас крутится. Кстати, вот что интересно, характерно, в этот узел кем-то, какой-то доброй душой была напихана арматура. То есть прямо вот эти отверстия, прутки арматуры накидали люди, тоже с непонятными целями. Но в целом, если смотреть, большая часть силовой установки все-таки сохранилась в первозданном виде, за исключением некоторых мелочей. В общем, будем посмотреть, что из этого получится. В пожарном резервуаре еще сохранилось давление. Соответственно, пожарная система еще может быть работоспособной. По крайней мере, будем на это надеяться. Ладненько.
Да, напряжения, конечно, очень мало. Результат отрицательный. Дубль 2. Так, включаем. 24. Все у нас запустилось, засветилось. Ну, по большому счету, есть шанс, что этот вертолет станет первым вертолетом Луганской Народной Республики. Шансы есть. Воздушный, нужны люди. Воздушный флот у нас. На чистом энтузиазме и системе научного тыка, к сожалению, далеко не уйдешь. И нужен хотя бы толковый бортмеханик, который поможет его поставить на путь. Потому что, честно говоря, как отечественные вертолеты ремонтируются, я себе слабо представляю. То есть общие принципы, они для всех вертолетов подходят, но в плане пилотирования того же, но именно по электронике, по механике, у всех свои тонкости и нюансы. Ну вот как-то так. Рукоятка. Хорош. Все работает, да? Ну, что я могу сказать тебе? Оно-то, в принципе, бы и работало. Вот, дергается. А? Дергается. Вот сейчас? Да. У нас просто тяги здесь сняты. Три тяги сняты с автомата перекоса. На гидроцилиндр тяги идут, которые. Что там такое? Сейчас, погодь. Я нашел, где эта каретка должна быть. О, педали дернулись. Ну-ка, подергай педали. Хорош. Все ясно. Морпек, нам надо три металлические тяги от автомата перекоса, которые на ручку идут. И длинный болт, десяточка, по-моему, на крепление валика. На крепление ролика троса на хвостовую балку. Сейчас я посмотрю, где он там от хвостового винта отсоединен. Потому что он не должен так свободно болтаться. Мы находимся в Луганском авиационном музее. Ребята здесь пытаются восстановить вертолет. Мне рассказывали они об этом. Мне, честно говоря, не верилось. Но смотрю, ребята настроены серьезно. У них, конечно, много сейчас возникло сложностей и проблем. Я бы уже, наверное, давно бросил, но они, смотрю, настроены все-таки довести до завершения свое начатое дело. Вот не бросают, приезжают уже который раз, пытаются все-таки его оживить. Ну, я сегодня убедился, что механизм, в принципе, живой, прям слышно, как вертолет ожил. То есть, насколько получится, я не знаю, полетит или не полетит, но то, что он уже оживает, это заметно.